Добро пожаловать на канал Технарина. И в этом видео мы будем делать обзор на раму Frog Race от RunStage. Давайте же посмотрим, что это за рамочка такая у нас. Распакуем. Приходится такая упакованная. Что-то прям... Surprise, motherfucker! В комплекте мы получаем две алюминиевые стоечки, я так понял, это держатель для камеры. Далее карбоновые элементы, липучечку RunStage, болтики, еще карбон и вот такая рамка. 4 миллиметра. Такая довольно крепкая рама. Пыльно качественно. И, конечно же, инструкцию. Вроде бы все. Больше в комплекте мы ничего не получаем. Давайте я сейчас ее быстренько соберу, и мы на нее полноценно посмотрим. Вот за 5 минут мы собрали вот такую рамку. Сейчас я поставлю туда свою старую камеру RunCam. Но при сборке этого квадрика у нас будет стоять новая RunCam Swift 2. Если даже посмотреть, то вот здесь стоит линза вроде на 2,8. Она вроде немного выпирает. Но если ставить линзу 2,5, то выпирать вообще не будет. Если будет удар, то чисто в саму раму. Весит она 85 грамм, как говорит производитель. Мы сейчас это взвесим. Грамм. Ну, у нас тут еще камера. Так что, мне кажется, 85 здесь есть. Сверху пластина 1,5 миллиметра вроде бы, тоже крепенько. Очень добротная такая рамка. Чем-то напоминает мне новую рамку, она стоит где-то в районе $60 сейчас на Banggood. Как-то более-менее дешевле взял. В комплекте мы получаем вот такую липучечку. Неплохая липучечка. Они как всегда рвутся. И держатель для батареи. Видим Frog. Вот это сюда будет цепляться. Как понял. И еще предусмотрены вот такие штуковины. Я вот не понимаю, зачем они нужны здесь в комплекте. В инструкции даже не написано для чего. Ну, я так понял, что сзади сюда тоже цепляем, а на нее мы цепляем LED панельку.
Вот все про эту раму хотел вам рассказать. А в ближайшем обзоре ко мне сейчас придут моторы и регуляторы. И мы приступим к сборке этого квадрика на дешевых, но очень качественных комплектующих. Встречи на нашем канале. Пока!